А когда сказали референдум? Не сказали, когда. Сказали, что те запросили Луганск и Донецк, чтобы... И больше выебываются постоянно этот Луганск и Донецк. Ну сами, что вы сами? Ну сейчас их вообще ебашат, конечно. Вот Донецк вообще прям... Сегодня... Всех там в этом ебаном Луганске, нахуй. Мне вообще похуй. Даже не вспомню вообще, я вот этих пидоров. Где они, нахуй? Где их вот это вот ополчение, нахуй, ебаное, которое беспонтовое? Где оно, нахуй? Стоит на блокпостах в городах? Ну, по телевизору только и показывают ополченцев, вас-то никто же не показывает. Только ополченцев показывают. А что они делают? Где они вообще? Я их ни разу не видел вообще в бою, нахуй, ополченцев. Ну, а кто завоевывает-то? Кто, ебать? Все города. Мы, ебать, кто? Чьи города? Наши города, ебать, чьи? Ну люди-то кончаются, да. Уже зэков призывают. Ну, Путин вчера выступал, что ну только вот наши контрактники. Нет, они-то кончаются, да. Все основные силы тут в России только контрактники. Ну, да, понятно. Ой, ну, солнце, мы-то кончаемся потихоньку. Ты что думаешь, людей оттуда присылают опять всего столько людей? Шлют сюда, они не едут, ебать, ему все плохо, они не едут, они сказали, мы не поедем туда на. Кадыров два полка добровольцев направил. Вот этого Кадырова, тоже Машка ебала. Да, разнулся там, не разрешает ему Путин войска водить в Украину, да. Так сам вы иди, да и все, нахуй, баба и кто, как баба ведется. Путина этого слушает, ебан, пол области тоже проебал уже нахуй своей. Белгород уже нападает, Белгород уже проебал, скоро у нас они будут отбивать территорию, ебать. Они все ждут, чего ждут, ебать? Ну, какое-то село бомбанули. В Белгород, значит, ДРГ ходит, ДРГ, ебать. Уже, блядь, диверсанты лазят по Белгороду, ебать. Они все ждут, чего ждут вообще, я вообще не понимаю. Ну что-то еще ждут. Да, деньги обмывают и все. Да, просто бабки рекой текут, блин, похуй вообще на все. Про людей вообще забыли. В глазах одни доллары просто. Миллиард просто тратят, ебать, в день. Просто миллиард долларов. Вам нет. 150 дней. Лучше бы дороги везде перестроили новые, построили за эти деньги, чем какую-то Украину отбивать, ебать. Заняться нечем. Еще какие-то депутаты там говорят, мы будем заниматься полностью демилитаризацией Украины, всей территории Украины, ебан, что ли, чем ты будешь заниматься, возьми автомат и иди занимайся, если ты надо, нахуй. Кому нахуй она нужна, эта ебаная Украина? Глип ее уже, да и все, вообще, просто не понимаю. Ну это же русские земли. А какие русские? Это вообще говняные это земли. Это русские земли. Тут земля даже не копается, нахуй нам эта земля нужна вообще? Она даже не копается. Но она испокон веков русская. А где она? Не русская, ни хуя. Каких-то славян русская, реально. Русская, сынок. Да, ну нахуй, лёты. Один тут живут. Каждый третий черт вообще спину тебе стрельнет. Как вообще СССР сделали Украину, не знаю. Ну была земля бомжей, пусть бы и была земля бомжей, а то еще назвали Украина. Донбасс этот ебаный, вообще что там на этом Донбассе? Земля, блядь, уголь, у нас что, угля мало или что, нахуй нам надо? Уголь. Если это нацисты попадут к нам в Россию, то будет тоже нам все. Она не нас всех перережут, блядь. Их надо там, блядь, ликвидировать, нахуй, чтобы они не попали к нам. Ты понимаешь, их никто не хочет даже ликвидировать. Это не нужно никому. Ты понимаешь? Они не собираются это делать. Они просто... Ну просто. Мы тут стоим, там стоят просто. Мы везде просто стоим, везде огребаем. Мы ничего не делаем. Потому что мы как минимум не сможем ничего сделать, а как максимум, ебать, что-то не дают нам это делать.
будет какая-то мобилизация, сразу все станции в чате повобью, что я нахуй склонен дезертирству, пошли мне нахуй эти пидоры, насколько в России нахуй. Сделайте нахуй, сделайте эту мобилизацию, нет нахуй. Может есть, вот ебашь. Не, ну сказали, что не будет мобилизации. Ну, потом вот сделали нахуй, пусть сами я скажу, идите нахуй, я дезертир, мне вообще не канает ничего давать оружие, мне вообще не канает ничего. Пошел нахуй, все пидоры не стали, я автомат, не ебашь, сочиняю. Какая-то все-таки не зря говорят, какая-то конченная страна, настолько конченная просто вообще ебнуть. Сынок, у тебя, знаешь, временами прям агрессия с тебя прет, и временами нормально, а временами прям все, прям ты, блядь, весь на изжоге. Потому что если пидоря страна, то это тоже такое придумывает, но твои болезни США хочет уничтожить Россию, понимаешь, они и тянут, это они же заваливают оружием, они да и тянут, Украина тут тянет, вообще нахуй, да, наши да тянут. Это американцы, блядь, что тут американцы вообще, они что делают, они же, блядь, тянут, чтобы уже у нас все силы нахуй вышли, они и валят, они и наемников шлют, и оружие ты шлют, ты и все, все что я просто не понимаю, при чем же они вообще. Хотели... Так они, а кто воюет с нами? Да они и воюют, что? Блядь. Какие хохлы? Хохлы там мало что весят там хохлы. Там уже хохлов там, блядь, нет. Там уже в основном наемники, блядь. Ты тут была? Кого ты слушаешь вообще? Тут армия их стоит просто. Тут не столько этих мобилизованных бригад их стоит, ебанешься просто. У них столько техники, блядь. Так им прут, блядь, каждый а день, конечно. Она советская, какая нахуй каждый день? Это советская техника, такая же, как у нас, древняя, беспонтовая техника. Так им и прут древнюю отовсюду. Хоть с Америки, хоть все древнее и прут, блядь. Короче, если мы хотели захватить Украину, мы ее уже захватили, а не дали бы так. Поэтому это наши тянут, а не кто-то там другой. Где эти великие? Путин их там прислал в Черную Америку, их там ракеты невероятные, хоть раз бы запустил куда-нибудь. Где они там, эти ракеты? Цирконы эти, или как они называют? Где кинжалы? Прямо на плане, хоть кинжалы не кидали, а сейчас не кидали. А где они? Нету, кончились? Как Искандеры кончились, говорит, у нас нет боеприпасов, не пойдя. Искандеры вон в отпуске, нахуй, едут и едут в отпуск, блядь. Так в этом суть это может быть, не отпускают людей, когда здесь пиздец. А тут реально пиздец. Вот, мы последние остались, мы чирка просто. Они нас тут снесут нахуй эти 20 километров, и все, и опять Херсон заберут себе. Если не Крым, Крым начинает разобрать себе, да. Мне кажется, если они до Крыма подойдут, нас вместе с ними как нахуй взорвут. Поэтому это наши тянут, это никто там оружие это не влияет, это хуйня, то, что им поставляют, это вообще просто ничтожество. Они, блядь, у них у нас такая техника там стоит, не знаю, в России, что и вносим. А тут это они просто ракету сбить не могут, которая бьет по мосту, и сюда нету техники, понимаешь, здесь никакой, чтобы нормально воевать. Это наши делают, наши. Не знаю. Не украли, потому что
смешки, даже Кадыров не порвал отставку из-за этого. Потому что не понимают, куда он людей отправляет, не просто они умирают. Они говорят, я подам отставку и сам туда поеду. Я говорю, не понимаю, что за бред такой. Дайте мне отправить 70 тысяч. Нет, говорит, отправлять 10. 10 убили. Он говорит, дайте отправлю остальным. Он говорит, нет, отправь еще 5. Ну куда 5, если их 200 тысяч, у нас 30 тысяч. Как нам воевать с ними, если они в большом превосходстве? Блин, никто не понимает, что у меня там в башке выставил, боев, да еще Путин на этом должен вообще остаться. Опа. Надеюсь, меня посадят за это нахуй. Разговор за этот нахуй. Да, Серый. Здорово. Здорово. Ты чё, слыхал ты, да, новость? Ну, я и позвонил узнать, у кого было. Просто гудит деревня, Вась, вся гудит. Сегодня ночью приехали Андрюху Матюшина. Забрали полчетвертого, Вась, погрузили, все уже в обмундировании на Херсон собирают. Я сам в ахуе, прикинь. Мне с отпуска завтра выходить. Я вахуевал. Ты охуеть, ебать его в рот, что творится. Поляки, что там, Яри, там человек 12 забрали, в дубах забрали. Что говорят, говорят, кто-то нападает, Польша уже, говорят, войска была. Польша, Франция, Германия. Да? Короче, да. В Украине? Сейчас война, походу, будет. Объявят войну, походу, скоро. Да, Вася, да. Фу, мы, Вася, доживем в этот шарик земной, не проживет дальше. Сюда попали. Нихуя не попали, Вася. Пизда. Я чую, скоро тоже приеду.